Добрый день, уважаемые любители футбола. Мы с вами находимся в Краснодаре на поле Академии одноименного футбольного клуба, где все готово к началу матча 6-го тура юношеской футбольной лиги 2, лиги, в которой соревнуются команды, состоящие из футболистов 16 лет и младше. Краснодар будет принимать столичное «Динамо». Все, ждем начала встречи. Встречи, еще раз скажу, в которой встречаются две команды из лидирующей группы. На втором и третьем месте динамовцы и краснодарцы. Динамовцы вторые, краснодарцы третьи, только по разнице мячей. Как я уже говорил, краснодарцы обыграли столичный «Спартак» на его поле просто с неприличным счетом 7-2. А вот здесь ошибка и выход 1-1 Кишиева. Бьет Эмиль и не попадает. 100% момент, который из ничего буквально начать атаку. Краснодарцы ошиблись в свою очередь. И уже быстрый ответ динамовцев, который завершится ударом по воротам, ударом в створ. Первый в матче и на месте. У краснодарцев пока не получается комбинационную игру наладить. Вот может сейчас что-то получится, ох, какой мощный удар, прыжок голкипера, ну далековато мяч от ворот прошел. Ох, как здорово! В касание было сыграно, и на ударной позиции Крестовина! Крестовина отражает удар Евгения Ковалевского, и мяч далеко отскакивает в поле. Второй голевой момент. Хубулов, как я уже сказал, 6 мячей забил, один из них с пенальти. Чуть позже об этом удар и гол! Это четвертый мяч Евгения Ковалевского. Очень просто эту атаку разыграли краснодарцы. Передача на левый фланг. Там один в один со своим соперником остался Евгений Ковалевский. Ловко убрал мяч под рабочую левую ногу. Почему они продолжают атаковать? Это Ловцов. Входит в штрафную. Выходит на ударную позицию. Бьет выше ворот. Хороший проход от Григория. Ну, а здесь может быть опасно. Мудрак бьет. Отбивает мяч голкипер. И тут как тут на добивании Котылевский. 2-0. Это серьезное преимущество краснодарцев. Никита Котылевский удваивает перевес. Давайте. Хозяев. И просто вынес мяч за пределы поля. Ну и гол динамовцев. 2-1. Вот так количество угловых перешло в качество. А автором забитого мяча седьмой номер стал Павел Фигон, наставник динамовцев. Я его уже вам представил. А это удар, едва-едва не сравнивают счет бело-голубые. Денис Боков получил мяч в штрафной, развернулся мгновенно и пробил в направлении дальнего угла. Красивый бросок Андрея Белозерова. Ну, а краснодарцы в атаке, классный пас, и можно забивать. Это 3-1. Разыграно снова, как по нотам все. И это дубль Ковалевского, по-моему, так. А, Григорий Ловцов, прошу прощения. Григорий Ловцов отличился. Это он из глубины поля вышел на позицию центр-форварда. Дэвид Мудрак сделал, конечно, очень мудрую передачу. Котылевский подает. Удар по воротам, и это был еще один голевой момент. Ну, конечно же, Куликов. А кто еще добежит до такого мяча и пробьет? Толком восстановиться и продолжить игру. Хотя был одним из самых заметных. В составе своей команды какой тонкий пас. И Ловцов мог оформлять дубль. Классный момент. Да и сделал все правильно Григорий. Бил в дальний угол, просто немного не попал. Котылевского отметим как автора этой передачи. Показатель, что «Динамо» лидер лиги по количеству выигранных верховых единоборств. А Лепский
лучший среди динамовцев. И вот вам лишнее подтверждение тому. И вообще сегодня, конечно, после угловых динамовцы уже несколько ударов по воротам наносили. В результате мяч потерял, а затем, пытаясь его вернуть себе, сфалил. А вот и гол «Динамо». И это второй мяч, по-моему, забивает снова его Артем Крыловский. Буквально продрался сквозь защитников Краснодара. Вот, смотрите, держал его один, второй, а он с мячом не хотел расставаться и пробил точно в угол. 3-2. Мяч сохранили хозяева поля. Классный перевод. И здесь уже штрафной Ковалевский. Бьет поворотом. Рядом со штангой мяч проходит. Грубая ошибка в передаче динамовского центрального защитника. Ковалевский в ходе штрафную здорово разбросал соперников. Но Левченко в подкате заблокировал удар краснодарца. Один финт, второй. Ушел от одного, второго. Казалось бы, все. Впереди только вратарь, но нет. И это было опасно достаточно. Нет, мяч прошел далековато, конечно, от створа, но позиция это для удара у Егора Назаренко была очень и очень неплохая. Хотя нет, Назаренко отдал передачу. И все, свисток. И трудная победа Краснодара, но вполне заслуженная со счетом 3-2. Красивый матч, результативный. Голы на любой вкус, много интересных моментов. И я думаю, нам стоит поблагодарить команды за тот футбол, который они сегодня нам продемонстрировали. Спасибо большое, что были с нами. Смотрите юношескую футбольную.